Расскажите, как вы попали в Нью-Йорк? Откуда вы приехали? Мы приехали из Москвы. Нам хотелось поучаствовать в этой выставке. А как вас зовут? Меня зовут Алина Весенняя. Вот моя книга, которую я представляю. Эротическая Алина. Проза. «Сель ля ви». И о чем эта книжка? Это книжка о любви, о сексе, о страсти. И это в прозе? Вау. Это проза, да. А это отношения... Мы заглянем там в середину. Об отношениях между мужчинами и женщинами среднего и старшего возраста. Она говорит о том, что после 40-50 лет жизнь не заканчивается, а также продолжается, также страстно, также надрывно, также интересно. Окей, а это у вас это первая книжка или уже были книжки? У меня еще есть 3 книги поэзии, стихов, «Август», «Послевкусие» и «Грани». Ну, к сожалению, их уже разобрали. Они были на стенде, но уже разобрали. Окей. А это у вас это вообще это у вас первый приезд в Нью-Йорк? Вы были уже да, здесь у нас? Да, наш первый приезд в Нью-Йорк. Мы очень очарованы Нью-Йорком. Ну, есть положительные и отрицательные. А что отрицательное, интересно? Что вам не понравилось у нас? Мне не понравилась санитария в вашем городе. Например? Запахи мне не нравятся на улицах. В некоторых районах много грязи. Ну, в общем, по-своему, мы влюбились в Нью-Йорк. В его жителей доброжелательных, в его атмосферу, потому что атмосфера чувствуется у этого города, в его архитектуру. Очень интересная архитектура, нам очень понравилась. Ну вот город контрастов. А что это? А вот по выставке, что вы скажете? Вот вы не жалеете, что приехали? Как ваше впечатление? Мы не жалеем, мы показали себя, мы посмотрели на других. Мы как первопроходцы пока что, маленькие Колумбы из Москвы. Мы надеемся еще приехать. А ребята, которые вас в книжке брали, это русскоязычные, американцы? Кто брал? Русскоязычные. Брали русскоязычные? Да, кто читает на русском языке, потому что у нас не переведено, мы как раз ищем себе партнера, может быть, нас кто-то будет переводить и промоушен устроить какой-то нам в США. Мы были на Брайтон-Бич, в магазине Санкт-Петербург, нас очень там тепло приняли, наши книжки взяли, ну, мы их подарили, подписали читателям, пообщались. То есть там было много людей, да? Да, приходили читатели, мы подписывали. А какого человека возраста, сколько там, ну, молодые, пожилые, кто? Все возрастовые, и 30, и 40, и 60 лет входила женщина. А вообще... Удовольствием это им было очень интересно. Мы подписывали свои книги, вот поэтому вся поэзия уже я подарила. Поэзию, потому что оказалось, любители много поэзии.